Творюхи от Андрюхи. 15-летний сын Марии Таубис Андрей придумал год назад рецепт диетического творожного десерта. Тогда парень мечтал о навороченном компьютере. Заработать на него решил сам. Сейчас идею парня подхватили родители и активно развивают ее. Поначалу, рассказывает мама, пекли дома, а сейчас в своем цехе. Продукция юного пекаря продается в более чем в 15 магазинах Самары. Это диетический десерт творожный из творога, яйца, зеленого яблочка, семян чиа, который ешь и худеешь. Отраслевая выставка «Сделано в Самаре» была инициирована Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного указом президента России Владимиром Путиным. Главная цель – привлечь внимание самарских потребителей к местным товарам и услугам. Безусловно, мы в нашем городе оказываем консультационную поддержку. У нас также есть форма имущественной поддержки, есть грантовая поддержка. До 2 декабря мы еще принимаем заявки на получение грантов на понесенные затраты. Те производители, те предприятия, которые оказывают услуги и находятся и зарегистрированы на территории городского округа Самара, могут заявиться и до конца года получить грант до 350 тысяч рублей. В выставке приняли участие представители различных сфер бизнеса – туризм, легкая промышленность, здоровье и спорт. Экспоненты провели для всех желающих мастер-классы и показы дизайнерской одежды. Кроме того, посетители смогли получить консультацию по видам поддержки малого и среднего бизнеса. Мария Илчан, Максим Гусев, События.